Сегодня в городе штормовой ветер, и было предупреждение, но все-таки случилось несчастье. Около 17-й школы ветка упала прямо на голову женщине. Это одна из родительниц, которые ожидали своих детей из школы. Аксенову этот вопрос на открытом заседании задавали здесь. Именно 17-ю школу. Потому что район от завода Войкова до 17-й детям невозможно пройти. Ему сказали, козьи тропки, все, деревья завалены. Никакой реакции. Вот, пожалуйста, случай. Пусть работает, пусть поднимает. А вот, мальчик, ты можешь сказать, как произошло? Тут вот ты стоял? Нет, я стоял. У нас есть район ветки. Стою, и ветка прямо передо мной падает. Я вначале испугался, отошел, потом прихожу, она лежит.